Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Гаряча лінія». З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Ми будемо говорити на актуальні для Миколаївщини питання. Отож, доброго вечора. Хотів би розпочати з найбільш обговорюваного і актуального на даний час вибори. Їхні підсумки на Миколаївщині, які результати, чи були вони очікуваними, неочікуваними, ну і ваше бачення ситуації, наскільки це все прошло стабильно, спокойно. Прошу. Ну, на самом деле это очередные демократические выборы, которые прошли в Николаевской области. И мне приятно, что выборы проходили без системных нарушений, без системных фальсификаций. Да, были факты нарушений, которые фиксировали наблюдатели общественных организаций, наблюдатели политических сил, наблюдателей, кандидатов. Но системного, то, что происходило ранее, фальсификаций, подвозов, вбросов, этого не существовало. И вы знаете, насколько толерантно и адекватно вели себя кандидаты в целом по области, это заслуживает, опять-таки, кандидатов от политической партии, их дисциплины и политической корректности. В целом хочу сказать, что все территориальные участки были открыты и стабильно работали. Не было значительных нарушений по работе ТВК и ДВК. Сейчас идет подсчет, и я думаю, что по закону 4 ноября должны, в принципе, все ТВК огласить результаты. Некоторые ТВК уже оглашают результаты, и мы будем уже понимать всю ситуацию, которая у нас складывается в области. Но в целом я хочу сказать, что в Николаевской области демократические проукраинские силы одержали победу. И мы это видим, что практически во всех советах всех уровней большинство будет из проукраинских демократических партий и их кандидатов, что позволит нам, конечно же, в будущем и формировать бюджет 2016 года, и проводить те программы, которые были ранее нами озвучены президентом Украины, кабинетом министров Украины. Для нас очень важно не останавливаться, для нас очень важно дальше работать, воплощать в жизнь реформы и децентрализации. И я сказал, что бюджет 2016 года, который надо максимально оптимизировать, который должен быть наполнен и, соответственно, выполнен. Я вам уже сегодня скажу, что бюджет 2016 года мы предварительно считаем, и у нас фонд развития области увеличится вдвое. Поэтому депутаты должны знать, почему они приходят, зачем они приходят, и готовиться к очень плодотворной работе. Впереди у нас очень много заданий, которые перед нами ставят прежде всего жители Николаевской области и Украины. Я хочу сказать, что, конечно, первые установочные сессии, они будут проходить, наверное, в каких-то политических дебатах, трениях. Но это политическая жизнь, и в конце концов наши николаевцы очень грамотные люди, которые готовы к компромиссным решениям, готовы к круглым столам и готовы к будущей работе в местных советах. Я не переживаю за наших кандидатов и не переживаю за то большинство, которое будет работать на благо Николаевской области. Я как губернатор готов работать со всеми политическими силами, проукраинскими, продемократическими, проевропейскими, которые готовы реализовывать наши программы и реформы. Зрозуміло, дякую вам. Давайте поговоримо про більш земні питання, які стосуються більшості наших людей. Перебіг опалювального сезону. Мене цікавить, яка ситуація з районами. Чи там дійсно всюди тепло подається? Чи є якісь отруєння? Тому що, наскільки мені відомо, були деякі скарги. Можливо, у вас є цифри? Прошу. Ви знаєте, на самом деле, опять-таки, якщо були жалоби, то це единичные случаи, да, и что касается в целом по области, то запущены все котельные, это и
в сфере образования и в сфере медицины. Вот я смотрю по отчетам, 100%, что касается Николаев Теплокоммунэнерго, это областное предприятие, 100% котельных запущено. Вот. Что касается дошкольных учебных заведений, 100% котельных запущено и тепло подается. Что касается школ, 100% запущено и тепло подается. Поэтому Первомайск, я смотрю, вот, город Первомайск, КП «Тепло», значит, 100% котельных запущено. Второе предприятие – ТОВ «Энетеп». 25 котелен, 100% тепло запущено в городе Первомайске. Может быть, были незначительные поломки, может быть, были запуски, которые требовали технологического там, времени. Вот. Поэтому, конечно же, это могло повлиять, и люди могли жаловаться. Но в целом, я по отчетности смотрю, у нас 100% включение отопления по области. В целом, это 1295 котелен. Из них 1295 запущены, 100%. Поэтому я вам хочу сказать, что у нас, в принципе, и что касается оплаты за электроэнергию и оплаты за газ, идет одни из лучших показателей в Украине. Мы на первом месте. Это и город Николаев, и в целом область. То есть, допустим, у нас по промышленности, по сплате за электроэнергию 98,2% оплаты. Что касается, допустим, населения по области 99,2% оплат. То есть мы очень дисциплинированные и, конечно же, это радует, но в то же время я понимаю, что нам необходимо как государству, как госслужащим больше уделять внимание на работу населения с субсидиями. То есть наши сотрудники соцзащиты должны как можно быстрее обрабатывать заявления по субсидиям, хотя мы также лидируем в Украине, мы там на 5-7 месте по обработке субсидий, и количество уже выданных субсидий у нас по области 102 560 семей получили субсидии на общую сумму 57 миллионов 300 тысяч гривен. И дальше продолжают поступать заявления, наши специалисты отрабатывают и достаточно эффективно и качественно. Ну, допустим, город Южноукраинск, я приведу пример, 98% поданных заявлений сразу же отрабатывают. Хотя эта работа, поверьте, достаточно кропотливая, но это необходимо, и я опять-таки призываю население, потому что у нас более 120 тысяч семей должны получить по предварительным данным субсидии, и я призываю, чтобы как можно быстрее подавали заявления. Это единожды обрабатывается, и потом в постоянном режиме уже приходят субсидии. Вот. Это помощь от государства, и я понимаю, что она незначительная, но в то же время добавляет для того, чтобы мы могли рассчитываться за коммунальные платежи. Что касается газа, в принципе, ситуация практически такая же. Население стабильно платит, и у нас 96% по области выплат по расчетам за газ. Это достаточно поганый показатель. Это достаточно высокий. Я еще раз говорю, по Украине мы лидируем, но дисциплинированная область, и наши граждане достаточно подходят к этому вопросу очень серьезно. Будемо сподіватися, що і надалі так буде. Давайте поговоримо дещо про інше. Майже місяць тому, 10 жовтня, якщо не помиляюсь, відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту. Здається, ми говорили тоді про залізниці, і про морегосподарський комплекс, і про автошляхи, і там дуже велике коло проблем було піднято, саме стосовно Миколаївщини. Чи є вже на рівні облдержадміністрації якісь кроки, рішення, як впроваджуються наслідки того виїзного засідання у нас, на нашому рівні? Ви знаєте, я изначально говорил, что нам необходима поддержка со стороны Верховной Рады Украины, наших депутатов, а также Министерства инфраструктуры.
и ряд вопросов, которые не решались десятилетиями, они только декларировались и не более. Поэтому действительно было принято важное решение для Николаевской области. Это и разработка технических условий по дноуглублению Днепробужского лимана нашего, о котором так много и долго говорили. Это дноуглубление на 3 метра до 15 метров, что позволит увеличить грузооборот наших портов. В то же время для этого необходимо, чтобы институт проработал и дал свою оценку и свое заключение. Вот такая рекомендация и такое обращение направлено. Администрация морских портов Украины уже сделала заказ на разработку, и до конца этого года будут материалы по дноуглублению нашего канала, что, соответственно, позволит в будущем году планировать и бюджетировать дноуглубление, если это позволит, опять-таки, по техническим всем данным. Что касается ремонта и строительства нашего железнодорожного вокзала, но опять-таки очень долго говорили, и более 20 лет наш железнодорожный вокзал не ремонтировался. Вы видите, что сегодня уже запущен ремонт, и в этом году будет освоено около 8 миллионов гривен капитального ремонта нашего железнодорожного вокзала. В следующем году будет эта сумма увеличена, и будет произведен полный капитальный ремонт, где будут размещаться и гостиничные номера, где будут размещаться там и кафе, рестораны, где будет достаточно удобно для наших посетителей вокзала время нахождения и пребывания. И в конце концов это визитная карточка нашей области и города Николаева. Вот. Это совместная работа как с Комитетом Верховной Рады, с Министерством инфраструктуры и, конечно же, с Одесской железной дорогой. Поверьте, что этот вопрос разрешался достаточно сложно, потому что в этом году не предусматривалось финансирование ремонта и строительства нашего вокзала. Мы это смогли, и я считаю, что благодаря вот как раз проведению данного комитета, заседания комитета, приезда депутатов Верховной Рады, непосредственно руководителя комитета, первого заступника министра инфраструктуры Украины. Вот. Также важный вопрос, который был рассмотрен, это проектирование и строительство железной дороги от Долинского до Николаева. И предложение о рассмотрении Кабинетом министров выделения средств на 2016 год строительства полотна. Это тоже позволит увеличить грузооборот, опять-таки убрать грузы с наших дорог, которые в плачевном состоянии, на которые необходимо нам находить средства. Дорога Н-11, это Николаев-Днепропетровск, которая находится в катастрофическом состоянии, вот, рекомендовано Кабинету министров из резервного фонда выделить 52 миллиона. Мы со дня на день ожидаем эти средства для того, чтобы перейти к ремонту со стороны Казанки и въезда в Николаевскую область. Для этого уже создана рабочая группа с представителей местных властей Казанковского района, Новобужского района и Баштанского района. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к минимальному выполнению работ. На этой неделе в Министерстве инфраструктуры будет проходить совещание, на которое я сегодня подписал поручение и отправляю своего первого зама, а также руководителя нашего управления инфраструктуры и управления экономики, для того, чтобы мы смогли показать, еще раз убедить в необходимости ремонта и выделения средств с резервного фонда.
Вот. Вот эти вопросы, которые крайне необходимы и важны. Также в целом рассматривалась логистика транспортная Николаевской области. И обладминистрация готовит большое предложение по реформированию транспортной системы Николаевской области, а также наших городов областного значения. Почему? Потому что у нас очень много проблем, и вот я ждал выборы в местные советы для того, чтобы уже приступили новые комиссии, новые депутаты, вошли в наши рабочие группы для работы уже непосредственно с исполнительной властью. Эта работа очень важная, потому что ну, на самом деле все хаотично развивалось на протяжении 20 лет. Сегодня нам необходимы реформы, и приведу даже вот малый пример. Это город Николаев, количество транспортных средств, количество маршрутов, которые в нашем городе дуже есть. Более 90 маршрутов. На самом деле, если говорить о расчетах, которые готовы предоставить институты, необходимо не более 40. Опять-таки, категория вместимости и категория качества транспортных средств. Ну, поверьте, что необходимо менять и необходимо регламентировать. Вот для этого будут созданы рабочие группы и будет предоставлено такое большое реформирование транспортной системы Николаевской области. Немаловажный вопрос был рассмотрен также проект компании «Небулон». Это дно углубления Южного Буга вверх по течению до города Вознесенска. Мной подписаны все распоряжения. И, в принципе, этот проект уже запущен. Его презентовал также президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Потому что это инвестиции, не государственные инвестиции, это инвестиции частной компании. Около 100 миллионов гривен, и мы поддерживаем, естественно, данные проекты. Что я говорил до этого, это все составляют инвестиции государства, и они крайне необходимы, крайне важны. На этом же заседании обсуждался вопрос строительства дороги Николаев-Кировоград, Кировоград-Львов, пилотный проект, на который также выделяются средства в 2016 году. Ну и много-много других вопросов, которые не только обсудились, а были приняты решения, и мы уже сегодня выполняем. Опять мост, о котором так мы долго и много говорили, мостопереход через Южный Буг, он важен и необходим, и сегодня дано доручение Министерству инфраструктуры и Кабинетом министров, и Комитетом Верховной Рады возобновить переговоры с правительством Японии для выделения средств долгосрочного кредита Украины, в Украину. Поэтому поймите, если эти вопросы не поднимать, если данные вопросы не рассматривать и не вносить предложения, не разрабатывать проекты, значит и не будет средств. На місцевом рівні теж, я думаю, робота ведеться, ви конечно, вже це підтвердили. Звісно, я ще раз говорю, да, у нас в плохому стані дороги, необхідне реформування, в цілому дорожні фонди необхідні, щоб дорожні фонди були на місцевому рівні. Ці райавтодори, які, к великому сожалению, ну, сьогодні, кроме задолженности по заработным платам, они неэффективны, и они должны быть расформированы. Вот, смотрите, Николаево-Чака, в каком состоянии находилась дорога? Ну, сейчас местная власть нашли средства для того, чтобы отремонтировать. Ну, немного отремонтировали, хотя, опять-таки, это не были средства с областного бюджета и с государственного бюджета. Вот, с областного бюджета было направлено всего 500 тысяч гривен. На Кривоозерский район с областного бюджета было направлено всего 500 тысяч гривен. Местная элита плюс район, что собрал, получил с бюджета, нашли средства, выделили и постепенно ремонтируют. Дорогу на Березняговатое государственного значения мы не можем из областного бюджета выделить средства. Она стоит во втором пункте уже выполнения работ в 2016 году. Понимаю, состояние плачевное, но сегодня такая ситуация. Давайте повернемося до блоку соціальних питань. Давайте поговоримо про заборгованість із виплати заробітної плати. Наскільки зараз
Це актуальне питання. Яка зараз статистика і, можливо, ви назвете найбільших таких крупних боржників? Ситуація у нас поки не змінилась. Около 50 миллионов гривен задолженность по заработным платам в Николаевской области. Это от малых предприятий, от частных предприятий до государственных формы собственности. Ну и, конечно же, лидеры остаются прежние. Это завод имени 61 коммунара, государственное предприятие, которое принадлежит крупному государственному концерну «Укроборонпром». Буквально перед эфиром я разговаривал с руководителем концерна Романовым Романом и задал ряд вопросов, что касается, первое, заработной платы, второе, развитие предприятия и, конечно же, оптимизации данного предприятия, потому что площади в центре города достаточно большие, вот, которые сегодня не используются, к сожалению. Завод имеет долги, не только по коммунальным платежам, по заработной плате, но и по невыполненным работам. Необходимо, конечно же, и менеджмент, который должен сегодня находить заказы, и, в принципе, предприятия, более 700 человек смогут выполнять заказы оборонного значения. И насколько вот получил на сегодня информацию, около 11 контрактов, которые готовятся к подписанию в этом году, что составит более 50 миллионов гривен. И до конца этого года планируется выплатить около 9 миллионов гривен заработной платы. Задолженность по заработной плате около 18 миллионов, это за прошлый год и частично за этот. Все зависит от руководства предприятия. Укроборонпром полностью идет навстречу, готов переподписывать контракты, готов лоббировать на уровне министерств. На самом деле те контракты, о которых я сейчас сказал, это контракты Министерства обороны Украины. Поэтому думаю, что на ближайшие сроки мы предприятие сможем загрузить работой. Вот. А глобально проблему оптимизации, я неоднократно говорил, что создана группа и при непосредственно концерне, и при обладминистрации, которая контактирует и совместно готовится к принятию ряда решений. Вот. К сожалению, из-за международных контрактов и часть имущества сегодня находится под залогом и таким образом, под арестом, извините, и таким образом нельзя продать, сдать в аренду, использовать. Проблемы есть, но мы сегодня не стоим на месте, мы сегодня пытаемся разрешить. 710 человек, понимаю данную проблему, проводим постоянные встречи с профсоюзом, мы не оставляем людей, будем с ними, вот, будем поддерживать и находить пути решения для того, чтобы выплатить долги по заработной плате нашему предприятию. Я напомню всем и скажу, что именно мы в 2014 году смогли погасить долги на данном предприятии, которые не гасились с 2009 года. И волевым решением... С областного бюджета? Нет. С государственного бюджета. И мы волевым решением приняли... направили обращение, и Кабинет министров рассмотрел выделение средств для погашения заработных плат. Это был май месяц 2014 года. Но поймите, что нельзя накапливать постоянно долги и не выполнять работу. То есть люди готовы к работе, но не было контрактов. Сегодня появляются контракты, вот, появляется, значит, соответственно, работа, за которую, которая будет оплачиваема. Скажи, пожалуйста, что сейчас вырабатывает завод? Есть у вас информация? Там, чем ремонтные работы, да, конечно. Вот три корабля ремонтируются на заводе. И один корабль в Одессе, на котором работают специалисты завода имени 61 коммунар. Также часть территории сдается в аренду. И
непосредственно еще выполняются сварочные работы по бронетехнике для Міністерства оборони. Це всі контракти Міністерства оборони. Дякуємо. Будемо сподіватися на краще. Давайте на цьому поставимо крапку. Шановні глядачі, на цьому час програми «Гаряча лінія» завершено. На мої запитання відповідав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Іванович Меріков. До побачення, а з вами я не прощаюсь надовго. Побачимося за декілька хвилин. До зустрічі.